Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим очень вкусный жюльен с морепродуктами. Для начала измельчаем лук, чеснок и грибы. Мы все подготовили. Сейчас в горячую сковороду добавляем сливочное масло. Добавляем лук. И обжариваем. Добавляем чеснок. И грибочки. Продолжаем обжаривать. Добавляем морепродукты. Сливки и тушим пару минут. Соли. Перчим. И добавляем сыр. Перемешиваем. Все у нас готово. Убираем с огня. Разливаем по формам.
отправляем в разогретую духовку на 20 минут. Наш жюльен готов. Подаем к столу. Желаю всем приятного аппетита!